штаны. Это специальное приспособление, которое надевалось сзади на багажник велосипеда. До сих пор многие велотуристы используют, наверное, даже все велотуристы используют такие специальные рюкзаки. Кто-нибудь из вас, может быть, ездил в велопоход, нет? Ну, наверное, слышали. Очень удобно тем, что на низ вкладываются самые тяжелые вещи, вниз штанин. И этим смещается центр тяжести велосипеда вниз. Делается он более устойчивым. Кстати, вот этот велобалун, если вы посмотрите на него поближе, вы можете заметить, что у него довольно богатая история. С ним действительно ходили не в один поход. Он был пришит из обычного рюкзака,